вы там, блядь, настроите? Изотоп. Изотоп, съебись с этого. Сплавай. Так, короче, мы начинаем. А, тут и какой удав, ёпта, Старс Про и Котик. Сперва какой? Да, Старс Про. Мы начинаем. Так. Так сейчас заходить или нет? Да сейчас заходи. Окей. А поменяться всегда успеем. Да, я. Мы начинаем стрим. Блиц турнира по Чип и Дейлу. Проводим мы его на Good Game, пробуем. Да. И у нас призовой фонд этого турнира составляет сколько? По-моему, 304 рубля. А ты слышал, ты галочку 18+ поставил? Так, мы стрим заканчиваем, потому что я не поставил галочку. Не, в натуре. Меня сейчас интересует больше сам турнир, а не вот это все поставил, не поставил. Так, фишка в том, что если галочку не поставил, за маты могут админ какой-нибудь прийти, ебануться и забанить, вот. Ну, значит, извините, братки, не материмся, не материмся мы сегодня. Я галочку не поставил. Да просто, перезапусти стрим, пока время есть, ёпты, поставь галочку. Да нету, галочку. Времени нету, все. Я думаю, вам проще не материть. Тем более, вон сиськи, пуговки у этой, как там его зовут? Да. Стрим, кстати, нормально идет. Забанят. Можно еще поговорить, конечно. Сколько угодно. Давайте еще. Зря. Шнули. Ну ладно, да я не думаю, что админ какой-нибудь придет. Если только какая-нибудь шлюпка. Да вроде стоит, стоит. Но перепроверять я сейчас не буду. А Юнис что, не участвует? Может, вроде тарифишься. Так. Итак... Да, вроде... а, да, стоит. Это все нормально. У нас сеточка... Сетка выглядит вот таким вот, нет, не таким образом. Вот таким вот образом сетка выглядит. И первые у нас участники это Stars Pro играет против Котикса. Stars Pro у нас хост, Котикс, соответственно. Stars Pro, заходи давай. Кротикс? Сейчас скажу. Точно, крот. X. Крот X. Значит, народу мало, пиздец, конечно. Да, маловато. Да ублюдки вообще, твари ебаные. Все сад на умхау, блядь, тяжело зарегаться на Good Game. Очень сложно. Очень тяжело. Это, блядь, требует высшего. Высшего образования. Выше математики. Да. Нахуй он нужен, скажи мне, это ебучий Good Game. Высшее специальное образование нужно, чтобы зарегаться на Good Game и поставить, я подтвердил, блядь, заявку, ебать, нихуя себе. Блядь, какой-то тупой придумал Good Game, блядь. Просто просто рабочие, они не могут, у них ума не хватает зарегаться нормально. Блядь, устный планктон заговорил, блядь. Конечно. Так. Ты что ты не вставляешься, ты ебаный? Я, может быть, зарегался на Good Game, но мне впадло могут создавать новое. Но старым бы зарегался. Но старый не заходит, мне не бегался. Почему люди сталкиваются с такой проблемой? Потому что они, наверное, блядь, миллион лет никуда не регались никогда. И, блядь, я заебался, такое мыло, вообще, да. Я уже там, блядь, 10 тысяч аккаунтов на все интернете. Захожу. Да, у меня два мыла на все вещи, ну три. Всех я помню пароли. Вы на Раше сейчас? Да. Я надеюсь, что я тоже на Раше. Да. Так. Играем мы до двух, побед. Погнали. Да, можете, в принципе, начинать. Чатик. Ладно, через 5 минут буду. Ну, раньше не сыграют они. Да вряд ли. Чат, кстати, у меня голосовой. Так что, может быть, кто-нибудь что-нибудь там напишет. Да поехали уже. И тогда... Так. Нормально там все с картинкой, я надеюсь. Нормально показывает. Всем привет.
Всем привет, кто написал. Так, либо у меня что-то с эмулятором. Вы хоть один мяч забили? Да. Значит, у меня что-то с эмулятором. На паузу поставить. А не разогнано надо. На паузу поставьте. Да пофиг. Чё пофиг? Ладно, мы постоим. Стоим, ждем, давай, заходи речь. Так. У меня вроде это ж разогнанный был, ё-моё. Надо всегда лишний раз разархивировать. Очень странно. Так. Мы мечи еще пока выбросили, друг друга покидали, блин. Да ну. Так случайно и забить можно. Так, где он тут есть? Снизу не забьешь. О, как. Все, погнали. Что, видно? Да, давай. Погнали. Все, погнали, давай. Бюджет у этого турнира уже больше, чем у большинства турниров ПХС. Да, енот, согласен. Это крупнейший турнир. Кот уже, блин, ворочает тут. Какая сложная игра. Да сука. Ну-ка, ники читать. Два. Хочу, чтобы меня ники читал. Кот прям набивает, прям я не знаю. На кону столько бабла, ты думаешь, я буду херней страдать? Я думаю, ты хитрый, да. Да, всё, кот выиграл. 1-0, так. Я, если честно, не помню, свапать там надо или не надо. Но да, думаю, нет. Это не критично. Да что такое? Чё у меня всё криво как-то? Не понимаю юмора. Монитор маленький. Так, у меня зависло. У меня зависло. Меня слышно? Да. Чё зависло-то? Ну, зависло эмулятор, чё. Ну ладно, выходи давай речь. Да чё выходи, вот я вышел. Всё. Класс, всё нормально, да? Всё, да. Ладно, поехали. Совершенно я не готовился к этому турниру. Вот. Должен был его проводить Мафута. И помогать должен был Кайлыч. В итоге, как я и предполагал, я в гордом одиночестве сейчас нахожусь. Вот. Все на мне, как Мафут... обычно. Мафут выбрал жалкую семью вместо чемпионата по Дейлу. Семейное счастье. Ну, это просто же... Кстати, вот кольцо... Нельзя забить, только над ним, если попасть.
Вот это лаги. Да. А точно на Russian хотите доигрывать? Не хотите все равно уйти? Да нормально тут вообще. Есть подчеркивание. Нет, просто если лаги. Где там? Не, лаги это не один раз только были. С семьей, наверное, где-то. Я просто постоянно на Russian лаги. Е подчеркивание нот. Я затрос, я знаю. Я победил. О, у нас все спасибо, Ивана. Опять скачали со всем разрядно. Ну да. Да. Итак, 2-0. Так. А теперь он обязан написать, что он проиграл. Нажать кнопочку. Да. Так, ну чё, вы сами можете, да, вводить? Что вводить? Ну, в таблицу ваши эти достижения. Ща посмотрю. Сетка. Кто проиграл? О, я уже один раз. А, вон видно. А можешь счет там 2-0 сделать, такой счет? Да нахер. Какая? Не, ну я просто нажал, нет, проиграл, ты можешь, и все, нет можешь. Выбора никакого. Нет? Я не могу. Там же БО 1. Поэтому не могу. Там написано Best of 1, поэтому какой там 2-0? То есть там только 1-0 можно сделать? Да. Ну, пока в 1-8 и в 1-4, как я понял, да, потому что Best of 1, то есть типа один матч считается. А дальше уже Best of 3 и Best of 5. Короче, понятно, нет. Надо было что-то там настроить. Пофиг уже. Пофиг, давайте, ну, дальше речь. Понятно. Следующий у нас, так, у нас в этой стадии еще есть кто? Нет. Это у нас 1-8, да? Уже никого. Все остальные четвертьфинал. Следующая пара Ectopower Bulat. Есть такие? Да. Ectopower, ты тут? Ectopower, ты где? Ну похер, давайте другие пока. Так. Центурион тут? Нет. Так, другие тогда. Ладно, короче, нам с тобой надо сыграть. Чё, уже сыграли? О, пришло. А, пришёл. Ну чё, твари ёбаные. Давайте тогда играть Ectopower против Булата. А это там прописать слэш север, да? А да. Какой у тебя сервер? Вот там слэш север прописываешь и там играешь, да? Какой у тебя сервер вообще? Да блять, ты на что спрашивать? Сейчас зайдем. Ну пусть заходит. Заходите, короче, если зайдете на один тот же сервак, играйте я на этом серваке. За Ром. Я зашел, Ром, наверное. А, Ром на СТ-02, ебать. Шо? Не 0-2, а 0-0-2. Спасибо, так, спасибо. Мне все видно, да, что я тут делаю? Нехорошо. Парнушка, смотришь, да? Прямо тебе липецко, не балуйся и... Че, на второй по списку? Плюсик. Так. Да, шо? Блин. Говорите, куда заходить. Ща. Заходите куда-нибудь, куда Булат зайдет, туда и заходите. Куда Булат ты заходишь? Да это в слэш сервер, да? Он сам не знает, да. Куда. Да, да. Пошли слэш сервер, ебать. Ладно, слэш сервер. Там ара. Это пишет фейл там какой-то. Блять, знаешь, что напиши, ебать, вот так вот. Что я тебе в чате напишу в рейд-поле сервера. Вот так напиши в чате. Так, Ectopower, ну, в смысле, первый. Метафи. Напишу сейчас. И так, кто у нас второй? Булат. Сейчас. Это не в Москве, да, было? Я сейчас вас сам убью. Подожди,
Ты там не забыл, кстати, этот разогнанный эмулятор сделать? Он сделал. Нет. Лучше не спрашивай. Ты сделал, Булат? Да, сделал. Все, заебись. Давай, входи. Не, я не понял, ты сделал разогнанный эмулятор? Да. Подожди-ка. Да. Так, сейчас я захожу тоже. Что там получается? Ну чё, Булат, там у тебя? Нормально всё. Что нормально? Всё, подождите. Зато, что там? Консоль вызываешь, то есть сервер и прописывает то, что в РКП написали emu-russia.net, ты заходишь. Ты по одной букве пишешь? Да, ну все, наверное. Ты зашел на сервак, Булат? Enter жмякнул? Да. А ну, что ты не зашел? Что пишет тебе там? Ну ладно, что там пишет тебе? Я нашел, кажется. Так что пишет-то? Т, нажми и скажи, что там написали тебе. Payload 2.11.001. А дальше? Так ты, значит, не зашел. И все? Вот так вот пиши, блин. Нажимаешь Т, пишешь слэш. И вот это все. Ну где напишет-то там, эму там пишет. То есть, нету точек, у меня там... Нажимай, стой, нажми просто английскую Т, вылезет консоль вот это вот, ну, менюшка внизу, да, чаты типа, короче. Пишешь вот это то, что в РК написано, слэш, сервер, пробел, эму, тире, раша, точка, ну. Вот это все пишешь полностью, нажимаешь Enter, и тогда зайдешь на сервер. Там вчера пады настраивал. Давай, делай. Не, если бы пады не настроены были, там бы писал типа контроллер 5 там. Так он не говорит, что, что пишет после фейла. Он пишет, ну, фейл просто. Ну а один, дальше один, там он, должно он, быть написано. А если фейл, короче, он не надо... просто имя сервера написал. А? Да давай резче. Ты куда торопишь на субботу, я не понимаю. Код туби въебать. Ну чё у тебя там было? Тебя разберём. Булат, ты вчера с Мафутой подключался через АА, вот этот, блядь, он тебя мышкой управлял? Да. Давай, подключимся быстро с тобой, ебать, я тебя быстро наставлю, блядь. А как ты? Давай. Скидывай ID свой. Пошли мы с Варом сыграем тогда сейчас. Нет, ждите. Я уже написал ники. ID свой кинь, я тебе. Ладно, это... Так, а мы что, не играем, что? Играем. Что там в Сибири? Сибири, заебись. План всем условия ID. Давай, давай, скидывай. Куда-нибудь кинь, еб. Что там, куда выйти? Блад. Все, сейчас скину, все, все, я захожу туда. А, бейте. Да, 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 да. Там же все сохранено. Ах,
Почему? Почему? Ладно, 57. Сейчас. 57. 224. 200 сколько? 34. 34, дальше. 304. 798. 200-304, как такое возможно? 234. Удав, блять, хули ты меня забиваешь? 234. 798. Включай. Ладно, давай. Так, блять. Где у тебя меднафин? Чё, леба, подчеркивание, нот. Очень увлекательная собака, подчеркивание, собака. Чё он белый у тебя какой-то? Дай-ка сейчас пробую сам. Он там всегда так выходит. Да, вот очень так... увлекательно, я согласен. Я об этом говорил Мафути, но он как бы сказал, все будет нормально. И... Вот. А чё плохого? Все нормально. Давай, смотри, нажимаю Т, ввожу сервер, ему, Русия.экшон. Экшон. У меня все вошло, блядь, чё ты написал нам? Я не знаю. Кривое говно. Все, сейчас играешь, отключай эту хуйню. Ты же любил этот ром. Ты настроил там управление, вся хуйня? Да, настроено. Ну все, давай. Так. Вот дропай, ага. Я выбираю все. Булат, дроп-два, хэдлэр. Сейчас, погодите. А чё Булат уж? Булат опять вышел? Куда ты вышел, Булат? Булат 777, игрок второй Хэслэ. Да. Ты чё? Булат, а зачем ты вышел опять? Я не вышел, потому что когда я там его сворачивал, всегда так выходит. Нахуй ты его сворачивал? Блядь! Вот ты видел, я вбил Эму Раши, и всё нормально. Ты можешь так же вбить? Я знаю сейчас. Сильвер, да? Нажимаешь Т. Открываешь эту программу ебучую, этот ром, вот этот 002. Нажимаешь Т и вводишь вот это слэш, ладно, что я вводил. Ладно, сейчас открою еще раз. Вот, написано, вот. Ладно, вот, пиши слэш. Ой, Т нажимаешь, слэш. Сейчас. Чего ты нажимаешь? Смотри. Да, слэш подписал. Сервер. Слэш. Дальше пробел. Пробел Эму. Эму. Да. Рус. Рус. Тире надо говорить всегда. Я вам сказал ему тире, блять. Эму тире Рус Сия. Написал? Рус. Рус Сия. Дальше. Точка. Точка. Нет. Нет? Давай, жми Enter, ебать. Фейлит, да, блядь? Зайди в Red Call и посмотри, как написано, и ручками все это перепиши вот так с клавиатуры. Это легко. Так, Булат, еще раз на... скажи мне, да, свой этот, блядь, как его? Чок. Дай, пойду покрытие. Блядь, тупой какой, да? Так, не обзываться, блядь. Ну, Влад, еще раз скажи свой 18 этот. Плюс стоит, можно обзываться. Ага. Влад. Скажи еще раз свой ID, этот IP клиента, короче, я подключу быстрее буду. Ладно. 57. Так. 234. Так. 798. Так, где там твой этот самый? Ты сразу ему рассказываешь, что ты нажимаешь. А то я зашел, он сразу вышел, блядь. Так, я вижу. Видишь, слэш я написал? Вот это. Вот эта вот палочка, это слэш. Да. Дальше пишу по-английски сервер. Пробел жму. Переписываю, что вот там написано эму. Тире. Руссиа. Руся, emu-russia.net. Нажимай Enter. И вот аллилуйя ты тут. Ладно, сейчас ты вызову. Аллилуйя. Понял? Ладно, все.
Все, и не сворачивай больше. Не разворачивай. Погнали. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давай я кто-то выеби его. Блин, что ты... Как гайд. Какая тварь. Выходи. Представь, что она потная гайдочка. Да, можете. У которой течка. Что ты можешь еще проверить? Нет, все, сейчас мы играем. Ты играешь за Дейла, да, который с красным носом, я за Чипа. Ты что, понял, ты со мной еще управляешь, да? Нет. А, удав, выйди, не управляй. Я вышел, я ушел, ладно, я понял. Все, играем, играем. Так как ты за Чипа, Булат играет за Дейла. До двух побед. Блять, у меня еще лагает, а что за хуйня? Да-да-да, кстати, что-то этот Ром подлагивает. Это замед нахер. Ром подлагает. Бедначина. Мне кажется, звук гейма. Первое очко зарабатывает эхо. Так, дождались мы этот матч. Аллилуйя. Да. Булат, иногда еще и кидать надо, да. Я знаю. Только ты не под кольцо кидай, а старайся сверху попасть. Прыгай, надо джойстику подключить, что в идеале. Нихуя себе, нихуя себе. О, идеален. А, вон у тебя есть. Экта использует оба меча. Да, сука, не прыгай. Если через 250 нормально получится. Да пизда, блять. Чё тихо. Я вообще, кольцо все время от меня, блять, вот все время. Такая, блять, шара, рандом, ёбаный. Тебе еще и молния ударит, вообще будет идеально. Ну, он два раза кинул. Если кто поверил, играл туда же готовить. Старс Про пишет, если Экта выиграет, то он готов поднять призовый фонд. Да, хуй себе, хуй себе. Я посмотрел, так это был 10% идет, короче, там куда-то там. Да. Good game 10%. Охренели. Да, там куда-то больше. Они этим и живут, хули делать. Какого-то турнира там было задоначено 25, а разыгрывал. Ну не 25, а 22,5, наверное. Он уточняет, что финал. На турнир кто-то там был брейк, по-моему, внес 25. По Старкрафту первому. Вот, блять, кольцо вообще охуевшее. Оно просто знает, что ты будешь играть. Не выражай. Вот смотри, смотри, смотри. Еще не в прямом эфире смотрю. Чекаю. Подожди, стой, можешь какие-то лики? Вот оно вообще может остановиться по 5 секунд. Да пиздец. Да. 1-0. 1-0. Я в 10. Пользуемся пауэра. Так, чё, свапаю? Или ладно? Как хотите, в принципе. Давай я всё выберу, а потом свапну. Так будет проще. Я вот не знаю насчёт свапов, я не помню. Надо ли там свапать вообще? Да здесь смысла вообще в этом нет, наверное. Ну, ладно, свапну. Как хотите, да. Можете и свапнуть. Ладно, ладно. Первый игрок по преимуществу, он ближе к мячам стоит. Давай, второй раунд, слава богу. Так, вы не стали меняться? Вот, да, да. Ну, в натуре какая разница? Так, ну, по сути. Ну, я тоже думаю, что... Нет. Не имеет значения. То тот бурундук, то тот. Нет, у того шляпа есть, у этого нет. Как? А у этого рубашка. А в смысле там в правилах что-то прописано, кидать больше двух раз нельзя, это вот как? Там, короче, смотри, понять. Когда вот... Вот я его кинул, вот сейчас я могу кинуть мяч и еще раз его кинуть, да? Ну смотри, короче, ты его кинул разок, он должен очухаться. А если ему прилетело мячом, короче, тогда можешь еще разочек. Понял.
когда очухается, короче. Да-да-да, дать очухаться, нельзя, короче, постоянно. Удав, кромхакер. Так и запишем. Здорово, Анатолий. Удав мне напоминает черепаху из мультфильма «Львенок и черепаха». Когда он говорит... Когда он... Да нет. Я просто болею, у меня голос такой. Когда он говорит, а ты открой глаза и представь, что ты спишь с открытыми глазами и поешь. Вот твоим голосом. И представь, что ты поешь с закрытыми глазами. Да, похож. У меня есть мысль, и я ее думаю. Удав, точно. Да. Из 38 попугаев. Наверное. Ну да. Да, примерно. 213 попугаев. Нифига себе, 6-7 линии там примерно. Куда вы 213? И Экто выиграл, и этот матч... 2-0. Только обещал поднять призовой фонд, да? Да, понимаешь, да. Что ты проиграл. Так. Да, спасибо за игру. Млад. Да, спасибо. Ждем тебя в наших следующих. Приходи турнирах. Еще, да. Булат, ладно. Не забудь. Просто надо тренироваться, Булат. Задрачивать. Тут прежде все задроты, блядь. Кроме удава. Здоровые ёбки. Да. Вообще гандоны. Особенно удав. Слышь, голос удава, сразу шмыри его по полной. Дай мне сказать, Кулату, блин, он должен сделать хрень одну в таблице, короче. Нажми кнопку, я проиграл, вот, чтобы шмырить. Это. Слышишь? А? Нажми кнопку, я проиграл. А, да, вот я уже нажал. Да ладно, я сейчас нажму. Ты сейчас отрагишь. Ой, блин. И не забудь подписаться на бонус стейдж. Которого уже нет. Ты чё, я не дарил его? Подожди, такой войду-ка. Всё, я всё, сделал. Всё, всё видно. Так, следующая сейчас, пара. Ромхак и Центурион. О, так. Я против своего Ромхака. Нихера себе. Так. Кстати, Ромхак это один из спонсоров, между прочим. Ромхак, так, ну что, где спонсор? Будем играть? Так, не знаю. Арашки давай. Давай. Так, так. А что вводить? А что ты вводить собрался? Эмулятор хоккейный. Так, ты... Ладно. А у меня стоит Эмулоэнд. Ромхак это я, Центурион это Центурион. Скажет, что Формазон тому в ебу. 456. Шо? Шо такое? Да, уже значит. Так, я первый, значит. Что за голоса там адские, блядь? Ты еще не заходил? Даш. Че, я первый шел? Герась. Я в третий, я запустил. У меня стрим где-то еще вублен или ничего? Цен, свапни нас. Давай. Ну, у нас там написано, что я должен быть первым. Понятно. Свап. Слэш забыл. А, уже свапнул. Окей. Свапнул. Так. Первый, да? И... Так, надеюсь, у меня все настроено. Ах, Лор, какой джойстик мы берем. Оригинальный. Что, ты играешь до... с центом? Да, я с центом. Так, там все видно, я надеюсь, нормально. Потому что да. Что-то одно делать. Так, делаем вот этот вот. Я говорю, что ты рот голова. Так, я на чипа. Уже рефлекс с этим. Гол 3. Так. Погнали.
Да как... Блядь, иди ты отсюда. Да, говно. И не один. Он задел, как я да, блядь, трость по кольцу, сука. Чё за... У меня сбросилось. У меня сбросилось. Кто там хуйня? Кто сбросил? Меня что-то это не радует. Ладно. Пойду я настрою жестик, наверное. Я тоже, да. Ты какая-то тварь сбросила? Или хуй с ним клавиатура, блядь, я же хотел. Ну хорошо же, кинул, блин. Да господи. Ну блин, до этого было не одно очко. Да блин, не лагай. Ну вот. Не дам пройти. Жесть, а не игра. Ну блин, ну чё кольцо-то так троллит, а? О! Дарабл джинбан. Кольцо тебя ненавидит, Сент. Тебя, блядь, ой, говно! Может, тебе надо сделать это, выёбываться на кольцо в ответ. Выёбывайся скорей. Сент, помнишь, как ты будешь в первом сезоне, когда это забан? Сказал одну фразу и ты начал тащить. Ты! Ну давай! О, помнишь? О! Прям как хуй в один зашел мяч. Где, блядь, голоса слышу, блядь? Это пиздец. Наверное, от Булата, я так думаю. Дай! Да какого? Я же на него прыгнул, блин. Горелый. Блядь, цветок поставь на кнопку, пиздец. Блядь, такой влажный шепот там на заднем плане. Влажный? Да, блядь. Не путайся, такая, пожалуйста. Да у меня лаги, я не могу не путаться. Максимум могу, только путаться. Такое ощущение, что у меня за спиной пиздит кто-то. Смотри. Да я даже не прыгнул, он кинул уже мяч. Да кончай уже, тупо. Так, блин, что ты не бросил, говно. Это у меня где-то пиздят. Ну и говно. Ай, нарушил правила, нельзя бороться, его бросать. Да? Да отпусти меня уже. Да ты меня держишь, а не я тебя, дурак. Нормально вообще. Отпусти ты меня, и меня, главное, держит такой. Блин. У меня задержки. Ну, у меня тоже, причем, не знаю, наверное, скоро роды. Сними басервак. Я не хочу. Да, блин. Я хочу задержка. Ты тут превращается в муку. Не, у меня раза три лагануло, причем спики такие ебаные. Ну спики это самая проблема, ебать. Все. Так, Армазон молодец. 1-0. Оп. Оп. Второй батл. Так. Я так четко закинул, короче, ну нифига себе. Ему отвечает, блин. На. Ты к такой блин. Да уйдет с мячом. Да не на мой мяч. Он еще в стену прошел. Да тебе нихуя.
можно было бы сделать такой хак, короче, мяч, значит, раскрашиваешь, короче, по цветочек по идее вот. Зади у меня сейчас, например, да отпусти ты себя! Мальчика засчитывается. Ох, да что ж такое, а? Ну, на какого? Иди ко мне, кольцо, иди ко мне. Центр. Ну иди сюда. Отлично. Достал, Дим. Хуя вас заруба ебам, бан. Ну. Ровно идете, пацаны. Вы, наверное, оба бурнуки. По жизни. Тупо по жизни. Какая-то Дюныч, кто ты по жизни, блин? Да, подкинь меня, я давай. Не спрашиваю, да я не выкидывал мяч, блин, чё накинуло? Да ё-моё! Отпусти да меня! Да блин! Нормально. Турик, где у меня писечки? Почему во всех диснеевских мультиках нет писечек ни у кого? Блин! Стоит задуматься, дай. Да, блядь. О! Какой, блядь? Отстаю! Отстаю! Отстаю, мба. Тества никакого, блядь. Хотя бы штаны тогда всем делали, ебать. О, смотришь на Скруджа и ты понимаешь, почему он без штанов. Ну, уток-то там не видно хуя. Как круто. Блядь, там собак всяких. Я тут кидаю, она сразу уходит. Ручи кольцо. Тролль. Не, ну, заметь. В мультиках там по-плутал, отлично. Блядь. У него вообще ни очка, ни дырки. Блин, скажи, еще один вообще. Это, а кто, вот скажи, смотри, вот Плута собака, да, и Гуфи собака, да, почему ты, ну, короче? Да. Собака у собака у собаки. Да. Да ладно, это там все, ну, звери давай. Странные, ну, блядь. Давно. То, что ни очка нету, нихуя, это вообще жесть. Ну, чуть-чуть не хватит его. Я бы просто это решил. Вот. Да. Хорошо, давай сейчас. Да что ж такое-то, а? Да. Да блин, заебало. Ну чё ты вбегаешь в ебать? Не, хотя ладно, это всё для детей. Да капец вообще. Зла не хватает. Оно постоянно убегает. Они во дворе могут видеть это всё. Вот 4 раза подряд уже убегает она от меня. Потому что... как? Ты правильно, ты где акцент в мяч кидаешь. Да вообще идеально, смотри. Ты босой вниз, да. Тут, как я понял, желательно, чем ближе к кольцу кидаешь, тем лучше, блять. Какая-то есть тактика. Не-не-не-не-не! Все. Все, акцент выиграл. Слава богу, я вылетел. Да, тактики тут нет вообще. И будет акцент сыграть с Экта, короче, да? А сейчас тактика будет... тут одна, блядь. Быстро закидывать. Подрубайте первым. Так, какая там ситуация у нас? Ситуация такая, что Цент выходит на Экто в полуфинале. Так, сейчас я покажу. А вот он будет с вором, наверное. Да, скорее всего. Так. Жалко, это не финал. Так, Цент. Да не пройдёшь ты сейчас угол, вор, давай. Так, вор, значит, Котикс против вора, следующий матч. Котикс заходит первым, вор заходит вторым. Вор зашёл вторым. Так. Бей, охуя себе. Нихуя себе. Так, погодите пока, не стартуйте. Не стартуйте, сказал. Подождите. Минуточку. Не, ну гайки же соски выпирают, за это могут забанить, не? Соски-то могут забанить. Вон там соски видно, не? Или мне кажется? Соски просто удаляют и все. Вместе с сиськами. Да. Ты проверил, кто какой? Да, я первый. А стоп, я третий. Почему я все время третий, а липсик второй? Хирургическое удаление. Так, да, мне надо хорошо. Это. Ведь сказал же, не нажимайте на старт. Ну ладно.
Так. У меня ж там музыка играет, блин. В теплоходе? Да. Так. Меня там что, свапнули? Каким я сейчас номером? Первый знает. Вот, да, я сейчас первый. Нет, ты сейчас я какой? Ты третий. Так. Куда вы торопитесь? Охуеть, бать, ебать. Кот первый, вор второй. Мы с Липецком наблюдать отсюда пока. Бей, хуй, где я? Бега. Так, все, начинайте. 100 рублей на ворот ставлю, что он пройдет. Вор, Скотт. Ебаный. Давай, Кротикс, ты можешь. Скотикс. А, вот, вспомни, Адольфа, блять. Во. 1988. Сука, лагги. Скидывай Зигу. Ебаный Питер. Пугай его. Сука, ебаная. Ебать там лаги. Даже у Липецка в стриме лагает. Да, у меня и на игре дико лагало. Так, может быть, смените сервер. Да нормально. Не, у меня сейчас вообще без лагов. Ну вот. Поиграть как я могу решать, да? Да шо? Двор, ублюдочная мразь, заебал. Кидаться. Кстати, что кот, что вор, они игр умеют играть в это. Иди нахуй, мразь. Хули тут? Тут просто наловчиться надо. Тут, блядь, уметь прыгнул, ударил, блядь, прыгнул, ударил. Сука, ебать. У них более ловко получается. Ну да, но я говорю, наловчились. Как это называется? Ну, умение, да. Сноровка. О, сноровка. Скилл. Скилл, сноровка. Ну, в принципе, тут умений много не надо. Тупо ловкость, ловкость. Это чё за... Ага. Кубак игры. Да, это я тоже увидел. Иди нахуй. А что бывает, когда мяч на мяче стоит, типа невозможно. Кольцо прям, он просто кидает, блядь, кольцо нахуй идеально идет. Мне кажется, у него прокачанный перс просто. Он себе его купил там, не знаю. Читы какие-то в натуре кидает, блядь, кольцо постоянно идеально идет. Он что-то знает, что не знает. Знаем мы. А он просто знает, что кольцо ездит точно так же, как и игра, которую он сделал, которая симулятор гаража. По такой же алгоритму едет. Так я про вора говорю, ебать. Ты заебал меня, брат, сука ебаная. Или вор. Вор кинул кольцо идеально, прям туда-сюда, туда-сюда забил. Что за хуйня? Вор, блин, делает. Чин использует. Ебан. Рекомендую. Своровал вор победу первую. Пидата. С ебаной. Ебаная. Хуя себе, нихуя себе. Хренокот. Выдал. Тротикс, ты чё там? Бомбит. Плюса попутал, ебать. А вы до трёх побед играете, да? Да, до двух. До двух. Финал только до трёх. До трёх. Да. Бомбит. На самом деле можно было сделать финал, а полуфинал до трех. Я подумал, что просто надоедает. Да. Надоедает вот это. Да тут быстро, вон, смотри, а что надо. Да нет, все равно это долго будет. Хотя надо до пяти дохуя. Дейл, ты тупой. Кусок говна. Прондучего. В следующий раз, если будет призовой фонд, 2000 рублей, мы продлим. Удлиним, точнее. Удовольствие. Налетят всякие, блядь, дотеры в Warcraft. Конечно. А ты, сука, заебал. Сука, на тебе, брат. На тебе, сука. Задрот, ебаный. Только не можешь пенти свой стримить, уебок. Да, это Кодикс не поменял. Ты ж все время 3 забил, нет? Ты сейчас забиваешь кот. Кот, ты кот слева. Кот, я же чип. А, ну все, а что ты выебаешься? Выиграешь, выебаешься. Ну первый ты выиграл. Я тебя отомщу за победу в Fighting Masters. Ты кот разозлился, что ли? Ну видишь, бомбит. Майнкрафт, понял. На, брат.
Сука, на-то. На еще, сука. Ну, сразу тихо стало, заигнорил я. Кого? Булат. Да, надо. Точно, его тоже надо. Вы выгнали бы просто Булата и все. Да, выгните его нахер пока. Ты что, охуели? Кто? Это перспектива. О, какая тишина сразу. Ах ты, сука, я, почему я тебя не взял-то? Далеко был. Мразот, на. Да, что-то котик сразу слился. Они договорной матч, они поделят деньги, пидоры. А потом вор их своруют. Какой еще праздник, еще? Сколько там, говорите, его было? 300 рублей? Да ебать, это Новый год вообще по сраку. Сегодня праздник будет еще. 1-1. Первый матч такой напряженный. Ты, кот, играешь на клаве? Да. Я всегда на клаве. Он просто не знает, что такое Дэнди. Дэнди. Отличное начало просто. Говно. А вы не меняетесь, да? Тупо ебать. Нет, зачем? Да, ты знаковый. Шляпа не поможет. Может, там корзина двигается за Дейлом, например. Смотрите внимательно. Так ебись от меня, может, натуре. А может Дейл? А может Дейл Микрон там ближе к мячам? Сначала. Ах ты, сука. Там может какая-то задержка там в движении, чтобы не было синхронизации. Да, бля. По себе, я нихуя себе. Да, бля. Кротикс что-то хочет выиграть, по-моему. Еее. Блядь. Нах ты, сука. Ах, ублюдок. Ублюдок, мать твою. Сука. На. Говно. А чё вы ёбаешься? Чё ты выебаешься? Чё ты выебаешься? Чё ты выебаешься? Ха! Задержка. Так вот ты говно. Сука! Я тоже был сыроватый. Здесь уже долго не может забить вообще, ебать. Чё, уже забили только сейчас? О, только сейчас забили. Вот, да, сейчас чип забил. Да. Безголевая серия, как говорят в футболе. Еще разок. Ах ты, сука. А то еще 3 мяча забить, он на шаг ближе к 300 рублям. Вор так и хочет кота зарядить чем-то. Зафаршировать. Ах ты, сука. Тьфу ты, блядь. Да ты мразь, а. Да. Бей, нихуя себе. Алло, пока. Какао заварю. Да, да, надеюсь, на тебе играть. Кот выиграл, выиграл. С трудом, но выиграл. Бля, еще не выиграл. Только что выиграл. Если это задержка. Да, я думаю, будет все иначе. Ебать, нихуя кот. Кот задрачил, наверное, 3 ночи, 3 дня. Я просто не люблю, когда меня кидают об стену и мешают играть. Чё, Изотоп, подходи. На какой сервак? Так на Марио, ой, блин, на Эмураш играем. Так. Что у нас там, какое положение? Так. Ага, уже сделали, да? Сейчас, погоди, подключай. Так, подождите. Так, следующий играет игрок. Он же Изотоп против Удава. Так, сейчас я вас... Блин, нельзя так делать. Кто играет?
игрок против удава. Изотоп, да? Да, он же изотоп. Игрок такой от цифр, туда вот такой от цифр, да, да. А чё, это четвертьфинал ещё не закончилось? Разве? Вот сейчас последний матч, это финал. Я буду орать, если коту достанется призовой. Почему ты будешь орать? 213-13-200. Ну, потому что... Не заслуживай денег? Нет, не заслуживает. Блять, приезжай, ты же рядом с ним, пизди его. Прям в ебло. Ты что там? Ты готовый? Я готов у вас. Я расскажу. Вылавливай котик своим, по жопе его бей нахуй. Кнутом. Так, 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 так. Как тебе план? Так, начинайте. Начинайте. Отличный план. Котик даже рад будет. Ты от сраной машинки шланг возьми. Игрок у нас за чипа играет туда, в Задейла. О, ну давайте, давайте. Будет себе. Сразу звуки клавиатуры. Да. Шел 2016 год. Удав специально к турниру поставил сверхшумную клавиатуру. Да он микрофон поменял, блять, это сразу слышно. Вы еще не слышали, как стучит палка Палыч? Да. Палками стучит. Как барабаны. Мощок же палочник. Удав уже забрасывает игрока, буквально, я не знаю. Да, что-то вообще, сука, блять, кольцо просто никуда не едет. Курю это пиздец. Это рандомная игра, отчасти. Тут главное, рандомная игра, кидать. В которой... Не, ну он часто удав. Кидает, он забивает. Так, я потом против кого? Нет. Вот он часто кидает и забивает. Тут главное часто кидать. И потом против Эфта играет, да? Да. Опять клиентом? Да? Там же есть сетка. Смотри сетку. Да я мне... Не, лень туда. Полуфинал я та же до двух, да? Да. И вот у меня опять сброс. У вас тоже сброс? Да, мы отыграли уже 2.10. Замечательно. Че, у меня другой эмулятор получается? Или я что-то... Тебя уродобно или че? Сейчас у вас экран, да, выбора игроков или че? Да, да, да. Сейчас да вот, все вот, нормально. Что-то я... Я ж смотрю стрим. Пропустил, я пропустил, да. Удав ведет 1-0. Резко прям. Я даже не успел это заметить, как удав наклепал 10 этих мячей. Блять, изотоп на все кнопки жми, чтоб не давать. Блять, подбегаешь, как вы на все кнопки жмешь. А, Б, блять, все, ебать. X, Y даже можешь нажать. Слышь, он постоянно бьет. Ух ты, как это забито или забил он или нет, что-то я. Нет. Странный такой. Мяч. Игрок выходит вперед! Если бей, не херси. Ну сейчас не везет, кольцо нормально. Ну, в смысле. Кольцо просто подменили. Да, да, да. В прошлый раз он, блядь, просто кидал, и кольцо все идеально. Оно постоянно выпадает на 13-й сектор, мы его заменили. Во-во-во. По три. Опа, идеально вообще. Теория вероятности. Чем больше бьешь, тем больше забиваешь. Все. Да. Учите. Ну и главное, ближе к кольцу бить. Да. Это кольцо постоянно тронуть. Начинаешь, как только кидаешь, он... Двигается. Вообще, только идеально. Вот в том-то и фишка, что чем ближе кидаешь, чем больше, тем больше было. Да,
Нормально вообще, идеально. Кстати, игроки собрались классные вообще. Это Power, War, Удав, Кот. Остальные тоже. Булат. Булат, Центурион, Громхак. Надо будет искать. Остальные пидоры. Давай, игрок! Удав, Удав сделал грязное дело. 0-2. 0-2. Затрут. Чё, мы с центом играем? Так. Да, изоток пиши, что ты. А, я сейчас проебу. Так. А, ладно, проебёшь что-то, блядь. А я вообще... Я ебанулся, что ли? Я вообще лох. По жизни. Так, сетка у нас выглядит вот так. Да ладно, я не лох, я ебатель. А, дайте сосать. Так. Игрок. Запрос ты написал? Сохранить. Я какой не успел допить. Сейчас не понял. А, это просто что? Играешь, пьешь. Вот. А вот, вот за... все, появились, а, появились. Всё. Ага. Значит, дальше у нас что идут? Полуфиналы, да? Да. А что это написано? Было 3. Ну, диски было 3. Ну, сейчас будешь писать 2-0, ебать. Ну да, наверное. Два, лучше 2-1 тогда я пишу, чё. Ты какая разница? Да не важно. Давай, заходи. Да, итак, да, Эктопауэр против Центуриона. Центурион, заходи. Окей. Так, сейчас. Пока не начинай. А не начинай, чё. Заходи, заходи, заходи. Кани, скани. Первый друг. Я обратно писем слово. Мне все-таки интереснее сыграть с нижней сеткой, блять, как бы. Когда есть шансы. Поли. Кто вылетит? Да. Все, мы начинаем? Погодите. Да нахуй вы сбрасываете. Я посмотрели пока заставку. Не надо смотреть заставку. У меня в это время музыка идет. Все, начинайте. Эктопауэр за Чиппа, Центурион за Дейла. Индиана Джонс против детектива Магнума. Да, да. Тэн, тащи. Так, лаги. Да. Да иди ж ты в очко. Отстань, скотина. Это не может быть, я первый нажал на кнопку Б. Иди нахуй. Так. Ах ты тварь. Да ты заебал. Ты просто на шар кидаешь, блядь. Кольцо там. Вон. Да пиздец, тебе. Кольцо кинуть. А вам мечи вообще нужны? Вы играете или чё? Центурион пока ведёт, ведёт пока. В два раза причём. 2-4. Да ёбаные лаги, бля. Да-да, вот у меня тоже был чехла. Пиздец. Дай мне взять мяч. Да, иди нахуй. Тични, Сачи. Пиздец. Так, стой, стой, стой. Цасьусь. Мазайся. Че за цасьусь? Да. Я забыл уже. Ну в куню. Да ты заебал, ты просто кидаешь. Идеально. Иди нахуй, ёпта. Блять, это чё за хуйня? Ну цент просто кидает куда-то, и кольцо туда идёт. Блять. Нормально. Это пиздец. Да, блять, у меня мяч не подбирается. О!
Свет, наверное, один из ведущих игроков на солянке в эту игру. Нет. Нет, там удав правит. Там мало. Удав. А ты на кого есть? Да. Тихо, тихо, тихо. Да отпусти ты меня уже. Он два им сейчас раскидает, а ну, блядь. Чем правит давать игру на гараже? Да это как ты меня успел поднять-то, блядь? Нихуя соби, нихуя соби. Ты кольцева, то бы ты знал. Да, блядь, кольцо да упрыгивает от меня. Оно сейчас это отскочит, если вы попадете сто раз, оно отскочит. Попадает. Нет, отъебись. Цент в шаге от победы. Стой, как, я успею тут пробежать? Ну он не мяч дает взять. Нет. Ну кольцо не возвращается вообще, блядь. Оно не бумеранг. Блядь, лагнул, сука. Да не бейся, блядь. Ааа, отстань! Ух ты, какой интересный бросок. Да, и он приносит Центу очко. Блядь. Классный бросок. Ладно, надо, блядь, сосредоточиться, ебать, сисла укрыть. Чё нахуй? Чни, Санчи. Вот просто кинул первый раз, и всё, на кольцо поездило, блядь, и забилось. Я кинул уже два раза, хуй в жопу, блядь. Блядь, пиздец. Игра, блядь. Нахуй, блядь. О, нихуя соби. Мешаемся. Да блять, он не прыгнул, сука. Два неудачника играют. У этого это не получается, у другого топа не получается. Ебись, блять. Ты Тимощук. Клёво, братки. Ты чё это я, блять? Тимощук, я не могу мяч взять, всё. Все нормально. А что будет тогда? Ни хрена, бак какой-то. Ну вещи не могли взять. Это все Кози Тимощука на самом деле, он всем привет передает. Я че ты включил бус? Там, давай, пусть мне сейчас. Да иди ж ты. Иди нахуй. Тихо, стой. Скажи свою коронную фразу. Как обойтись. Все, кольцо отвернулось. Остановилось, я думал. Колечко. Блин, надо сделать хак, где кольцо быстрее движется. Было бы забавно посмотреть. Да, это вообще хуйня было. Ну там бы хрен попадешь по нему туда. И сузить это кольцо. Сузить, да. Ох ты, нихуя себе, нихуя себе. Да не попадает просто, блин, и все. Я говорю, это, блядь, рандомайзер. Рандопозер. Играем и на разогнанном. Ну чё, она назад не поехала? В эмуляторе, на Миднафине. Тихо. Если кто помнит, в оригинале этот уровень тормозючий был. А здесь нормально, ну, всё. Да. 1-1. 1-1. 10. Да. Тоже напряжёнка. Мне кажется, кольцо принимает чью-то сторону во время трека. Тёмную. Да, либо левую, тёплую. Либо правую. Делайте ваши ставки, господа. Вот как я прыгнул на мяч и ударился головой? Ну ты не головой, ты такой вообще вас... Да иди ж ты в сраку. Да иди в анус, блядь, да шок, мяч уже на земле, блядь, и мне звёзд. Нихуя себе, два раза кинул, два раза забил, охуенно, сейчас третий раз, да. Если три подряд раза забьете, вы выигрываете две шкатулки. Это будет две шкатулки. Он не в ту сторону, блядь. Это забил этим самым. Ух ты. Опять? Ты в мяче там что-то... Да, блядь, одинаково. Забрался. Я выкинул его уже. Да ты заебал, ты просто кидаешь, блядь, вообще. Кинул, забил. Китаец. Так. Идеален.
так. Ну, почему не? Не, ну я выкину тебя, я не буду обстрелы лупить, случайно тебя схватит. Ну чё ты, блин, а? Ой, блядь. Специально мешает, а? Ну, да я тебя не бил, специально ты уже об мяч ударился. Есть такие правила, если ударился об мяч, например, ёпта? Если ударился об мяч, можно ещё раз. Да я об мяч, всё, но когда он, кинул, надо ему дать ухо. Всё, всё тогда по правилам. Всё. Нет, не возьмёшь. Да иди нахуй, а! Блин, специальный, блин, подлец. Подлец. Подсос. О, да. Ой, ты, ладно, на лету. Выкинул. Я выкинул тебя. Просто бывает такое случайно берёшь. Цент. Цент. Цент, 50 цент. Почему он не взял? Ну он просто не даёт играть и всё. Вот я так же с ним играл, когда в первом турнире. Надо сюда еще суперудары добавить. Тимощук хочет еще суперударов туда добавить. А во что он ударит? Обнять. Неплохо. И главное звук. Я забью в этой жизни. Да, ты забьешь в этой жизни. Пидор. Экто вырывает победу волевую. 2-1. Моя тактика. Безотказная. Труп. О, барабанщики. Да. Тимощуковские. Барабанщики. Так, сейчас мы посмотрим на нашу ситуацию турнирную. Так. Это Пауру плюс. Так, надо походу тут, блять, просто геймпад подключать и не ебать мозги, что у меня не берет, нахуй. Сука, блять, мечи ебаные. И все плюс. Все, подключаю. Для финальной игры подключаю геймпут, нахуй. Геймпут, ебта. Logitech 310 перебинтенный, перепаянный. Мастера, да, блять. Получается... Крестовина от Sega. Что 2-0, да, 2-0. Шо? Почему-то 2-0. Хотя счет 2-1. Ну не важно. Вторая пара, Котикс. Куда? Че, Кротикс, ты можешь победить? Ну нет. Ах ты, гандон, перел. Так, а ты оказался пидором. Куда вас накажет? Не торопись. Ах ты, тварь. Должен за меня болеть, а ты, блядь. Вонючка, блядь. Нет тебе прощения, это жизненно. Сам только дропнул. Так. Да блин. Так, ну чё, готовы? Цветок, пожалуйста. Готовы? Да я так готов. Кот. Ну еще чаек допью. 2-4. А мне какого не дали допить? Допьешь, сука. Так. Подлагивает. Кто? Кто слева, кто справа? Тебе въебать, кот тебе въебать. Кот слева, удав справа. Давай, Кротикс. Помни молодость, помни, как ты свинтер расставлял, когда входила трехметровая ракета. Я подлагиваю. Куда подлагивает? Ох, ну не хочет он. Ну хуя ты, Кротикс, просто выкидываешь в стену, пиликивай. Дурак, блять. Да блин. Да сука. Опа, сука. Да. Да блин.
Задрот. Да как? Нифига себе, только я отвернулся и уже удав половину на... Да больше половины нащёлкал. Секрет успеха удава, он выбрасывает бросок на кнопку курок. Все, все, удав отделался. Одной победой. Нужно больше, еще одна. Обделался? Нужно больше золота. Обделался или отделался? Уделался. Про то, что мы полагаем здесь. О, на лайке удав закопил. Я лаком. Забил. Лагает у него. Да пошел ты нахер. Да серьезно, блин, тормози. Я вижу, как кольцо какое-то. У меня тоже лагает. Да каждый, каждый. Ваш каждый удар, блин, уже гол. Да сука ебаная. Бомбит. Тормози на него. Да серьезно тормозит, у меня раньше всегда тормозит, блин. Это у Домля твоя тормозит. Иди ты нахуй. Отошел поставить, удав уже 1-0 видишь, что с... Че это, ты любишь у Домля свою? Бонус стейдж играет в бонус стейдж. Вот такие вот... Да? Парадоксы. Видите, каждый удав короче стал злой, и он начал кидаться в стену. Котик, ты разве не любишь свою пиарти, в которой ты родился и выжил? Выжил. Не, ну не, выжил это действительно, верно. Бульян. Кто выигрывает? Проходит ЧП и ДЛ вторую часть. Да, проходим. Да. ЧП и ДЛ. А чё, а может в натуре сделать такую фигню? То есть тот, кто в финале сыграет, где проходит ЧПДЛ 2, как вам идея? Ах ты сука! Ты заебал, брат! Нет, ну как бы обычно... Я не знаю, кому интересно, блядь, прохождение ЧПДЛ, блядь, его, наверное, видел каждый раз. Ах ты пидор! Да, и код да. Прям резко вышел. Так, еще ты два... Эк, ты куда его давай. Монс. Думаю, он играет задрот, у Эк. Он быстро бегает. Он читы включил. Тимощук считает, что удав раз. Это фаворит. Нехуй читы включать, ебать, слава крыть. Блять, проверьте так. Удава на читы, заебал, мне кажется, забыли. Решите с турнира. Не, в натуре, исключаем с турнира. Да, ясно. Да. Ты бы с котиком делим деньги, да? Да. По 150 рублей купим все по Big Taste, ебать. Да, согласен. Что, захожу. Табличку-то чё, поменяемся? Да, табличку мы поменяем. Сейчас я проверю, мне геймпад работает. Плюс. Надо же, вот на геймпаде играть. Отделались 4 минутами. И финал у нас Экта Пауэр Удав. Да. 213. Блять. Тайм, конечно, странно работает. Призовой фонд у нас 304 рубля, напомню. 304 блять. Рубля. Это же 0,7. Это же 0,7 водки. Ебать, нихуя себе. Я сегодня зашел на супермаркет, ты блядь, мощу. Там вся водка 0,5. Бла-бла-бла. А? 300 рублей. А? Вообще вахуй. Дешевая водка испарилась. Да, шо. Тимощуку понравилась идея. Охуенное пиво. 168 рублей 3 литра. Ну шо, нам начнем. Следующий шо. Да? Так, напомню, что играем мы до 3 побед. Прикинь, цен 168 рублей 3 литра. Что ж, финал до 3 побед, ага. Финал. Нормально. Мы начинаем? Я считаю, это нормально тоже. Так. Раньше оно стоило 186. Дешевело на 20 рублей.
У нас пиво дешевое есть, 150 за 2,5. Литр? Да, ща мы узнаем, сколько пиво стоит. Играем. Кто это, блядь? Ладно, погнали, заебал, блядь, погнали. Рыгать из вина. Погнали. Вино-то, блядь. Катуй. Так, у нас 1:20. Стрим идет, это нормально, кстати. Это вообще быстро. Погнали, ебать. Быстро. 1:20. Потому что народу мало, пиздец. Ну да, народу мало. А могло быть еще меньше. Пока я не пришел. Просто на шар кидаешь или кто? Да. Похоже сделать. Холодный расчет. А, нет, где? Блять, да сука! Да заебало, блять! Нихуя себе ебаные мечи. Холодный расчет. Да еб твою налево. Да, пиздец. Просто непруха. Хорошо, что у него тоже непруха, да, кольцо. Тормози, блядь, херня. Их-то поворот ведет пока. Сравнивается. Да ёбана, пиздец. Да, блядь, не тормози. Да, пиздец. О, идеально. Да. Да, сука, ты лагануло, но у меня, да, тоже, блядь, вперёд оба пошли. Проскочили, да. Идеально. Вы вообще в одно и то же кольцо кидаете. Так оно здесь единственное, это вообще. Дали бы каждый. Да нихуя себе. Нет, за что залезло. Чуть-чуть тех-то отстает. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Тактика. Нормально. Равновесие. Тут тактика включается. И нет. И еще. Нет. Не везет. Там отрезки. И тут кольцо обмануло. А удав что-то выжидает и забивает. Забивает. Да? Напряжёнка. Скотина, уйди! А-а-а, удав выиграл первый батл. Так, 1-0. Да, 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 я, скотина. Ты да, не лагал, блин. Удав. Эктопауэра. А как он меня впервые поднял? На торбуш мне, я не пойму. Да ёб, выбрали, я ему рашу. Давай переменим потом. Походу. Ну давай, забей. Кто не кидает, кто еще что-то. Да как ты заебал первее брать, блядь? Ты, Мащук. Да заебал, блядь. Давай. Да еб, я не могу мяч взять, что за лайки, блядь, или что за хуйня? Нажал 3 раза, блядь, взять. Вот не взял. Пиздец, лайки, блядь. Против... лайки против лайков. Тут у меня стрим перезапустился. Да заебал. Да ты, вот он первее меня берет постоянно. Это хуйня какая-то, блядь. О, наконец-то, блядь. Нихуя у меня разрыв. Ну вот, блин, за удава пылесос болеет. Нихуя ты просто разбил. Да это шар, это что кольцо там поехало. Ух ты. О, ебать, 1-3. Так, где ближе? Да
Нет! Да пиздец, блядь, первый раз ударил сразу этот. 0-2. И второй матч. До трех. До трех. В смысле до трех? До трех очков или до трех побед? До трех побед. Герасим. Да ёб твою налево. Блин, блядь, чуть-чуть не хватило эту пауру победить, а? Чуть-чуть не хватило. Антон. Да, упустил эту победу. Антон. Вот куда он уехал? Сущая выбил, блядь. Да ёпта. Да, сука, сперма. Сперма, так все сказал. Да, блядь. У Эктопауэра неожиданные трудности возникли. Да пиздец. Уже бежал ко мне, сука, вспотеть меня же. Эктопауэр повел в счете. Воспользовался слабостью удава, все мечи подбирает. Да у меня, блядь, сервак лагает, что ты думаешь, слабость? Слабый сервак поставил себе. Удав? Да ёп, нихуя ты охуел. Он что, два квадратика выбивает за раз? Да ты охуел, блядь, все кольцо летит, три раза ударил, блядь. Пиздец, я в ахуе. Удав, нам нужно видео подтверждение твоего этого. Да. Что не читер, блядь. Умение, да. Сделай обзор, пожалуйста. Yes. Кто-нибудь поедет, езжайте в дом и сыграйте с ним на приставке. На приставочке. Да, на приставке, на лагающем, да, бонус уровне. Ух ты, какой задний пас. Ну и Экта... Да. Может, еще может. Тактика. Тики-таки. Да что, да, не да идет? Да ну пиздец, это... Такая хуйня, блядь! А че у него тоже не прошел, смотри? Просто я ебал! Во, прошел. Да это шар, это, блядь, я не знаю, я два раза идеально кинул, блядь, и кольцо ебаное, пиздец. Вор! Где вор? Эктопауэр выиграл на сопле! На сопле! Сейчас, я сухарик и пиво въебу, подожди. Допинг. Если б так не лагал сервак. Если б я не лагал, был бы я... Можно сменить. Меняем? Что, играем, похуй. Ну смотри. Ну раз тоже лагает, но у меня так, иногда спикает. Ну да, раза то, три, у меня тормажит просто бывает иногда. Знаешь, типа, бежит раз быстро. Например, нажал уже, короче, типа выкинуть типа мяч, а он. Тимощук болеет там. За кого он болеет? За братка. Кого он имеет в виду? Я не понял. Вот два раза кинул идеально. Вот туда в призовой фонд не скидывался. Эктопауэр скинул аж целых сколько? 33 рубля, по-моему. Да, такой себе. Надо 30. Все за Эктопауэра. А не полтинник раз? А, за Эктопауэра, блядь, Старс Про. О, за Эктопауэра. Не уплагай, ёбы. Да, ёпта. Да, сука. Да, сука. О,
вот она, прелесть сетевой игры, вот она, под Новый год. Догоняет, догнал, удав. По-моему, я догнал, нет? Пока равное количество. 5, 6, 5, сектопауэр. Так, подсобил кольцо удава. Так, полюбил опа. Опять 5. Нифига себе, да. 7, 6, удав. Ну... Да сука, ну это пиздец, я вообще не попадаю. О, блин, 7-7. И... Нет. О. Я сказал не мешать мне! Нихуя себе. 8-7, и кто пауэр повел? Сказал, блин, ну не заходи! Да нет, нет, нет! Ебали клуб. Кто это мешает удаву? 9-7! Давай! 10-7! Обалдеть! 2-2! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Я на Майдане выскакал. Решающий батл. Сейчас что, пиваться ебану? Решающий батл. Что там в чате, тишина такая? Ла Украине. О, погнали, ебать. Ты мощук. Добывал. Гагава. Бать. Чё-то этому щеку не в то горло залезло там. Старспроб. Старспроб Пикачу нарисовал. Ай! О-о-о. Бежим, 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 бежим. Ой, лак, ебать, нихуя суби. Unlock. Да, 2-2, 3-2. Да, сука, два раза мне. 3-3. 4-3, эктопауэр. Тимощук, честно, как ты вообще раскочил? И я в тебя верю. Тимощук болеет за удава. Ах ты пидор, Тимощук, я тебя ненавижу, я. Козёл. 5-3. Эктопауэр. Ты мне никто. 6-4, 7-4, 7-4, эктопауэр. Зато за тебя браток, зато. Ой, зато браток, уважаю. Блять. Да ёбаный пиздон, блять. Так, 8-6. Ай! 9-7. 1 гол. 9-8. 10-8. Да, 300 рублей, полторашка пива, 2 полторашки пива и 2 пачки сухариков. Ох, ни хрена себе. 2 полторашки пива, 2 пачки сухариков. И я опять бухаю в этот день, бухой, нихуя себе, я выиграл, нихуя себе. Да, спасибо за игру. Поздравляем Октопауэра. Финал был божественный. Это была тяжелая игра, да. Ебать. Что удав? Что, почему так получилось-то у тебя все плохо? Чё все плохо? Хуя себе. 3-2. Ну, как это равная борьба. Эктопауэр просто принял на грудь, ебать, немножечко. Ты нащуп. Еще геймпад переставил. Эктососился серчим пивом. На геймпаде 100 раз удобнее играть в ЧПДЛ, а мяч чаще хватается. Я ж первые игры сюда. Да. Хочу, спасибо. Чуть не проиграл, хотя. Чё-то удав замолчал.
видимо, ему там пришли. Может, там... к нему пришли родители, да. Ты шо до сих пор в Дэнди играешь? У великовозрастной детины. Ну-ну, сковородка. Почему-то не в школе. Тебе уже 24 года, а ты до сих пор в Марио графе ебанутый. Так, что у нас с таблицей надо? Ее тоже обновить. Так. Да, если бы каждый скинулся, конечно, бабками, было бы вообще нормально. Вот каждый по 30 рублей, блять, вроде немного, так-то хули. Я остатки все с киви скинул, у меня было 33 рубля, ебать. Ну-ка, если вот так вот. Ну-ка, отвлекли, блять. Ага. Чё, отвлекались? В одну сторону. Пошли еще раз, ну просто так переиграем, мы уже путь. Да я уже отключил геймпад, брат, ебать. Он уже выдернул из розетки геймпад. Да потом как-нибудь сыграю. Чё ты расстраиваешься? В тот раз ты меня победил, в этот раз я... Я не расстраиваюсь, меня, блядь, отвлекали. Ну, оно сказать. Так, Эктопауэр может забрать свой выигрыш. Он выиграл 304 рубля. Вот. Удава бомбанула, и он пиздец. Да, удав разозлился. Слышал, у него голос прям злобный, да. Ну да, ну да. Удав не получает 304 рубля. 336 еще старт про закинул он братку Эктопауэра. Что, еще закинул? Его сын. Ну-ка, надо глянуть. Да, 336. Да, 336. Сколько? Уточнили. Сейчас я покажу. Вот, написано 336 рублей. Stars Pro задонатил еще. Круто. Круто. Это был первый турнир. А как вы меня тупо на канал пришли, эти бабки? А я не знаю, как ты их будешь выводить? Ну ты как-нибудь там постарайся. Да, я так хочу вывести. Ладно, разберемся. Вот. Я их сохраню, чтобы на следующий турнир задонатить. Да, да, и повысить ставки. И да так ладно, это был... что, заберем все. Это был первый. Я их сохраню, чтобы на следующий турнир задонатить, если не пропью. Да, это... Я ты можешь. В натуре, если вот там турнир какой-то мутится такой легенький, я но бы... нигде все задроты, ну как Чип и Дейл там или еще какая-нибудь хуйня, каждый по 20-ки скинулись, там по 30-ки, ебать, уже приличная сумма, так-то. Я бы прям сейчас бы пошел в магазин. Не, это понятно в Gold 3 там, да, блять, ну одни и те же побеждают, а вот именно в игру, в которой там, ебать, непонятно кто победит, все скинулись баблом, ебать, и уже... Выигрыш нахуёвый. Так, это был первый турнир, Близ-турнир на Good Game. До этого мы тоже проводили Близ-турниры. Это были турниры снова по Gold 3. Старспро. Как по мне, тут все были задроты. И один да. Турнир по хоккею. Старспро считает, что одни задроты были. Кстати, действительно, собрались классные игроки. Вот. А и... где ты читаешь, Старс Про читает? В чате пишет. На Твиче. А, на Твиче? Да. Да, в смысле задроты? Тут никакого задротства нет, тут прыжок, удар. Я просто не понимаю, какой тут задротство в принципе может быть. Я... Ну, как близко к кидать. Я сам никогда в жизни в эту игру не играл, вот чтоб сам играть. Я играл только вот на первом турнире, на втором турнире, вот на третьем. Все. На каком расстоянии? Это все сноровкость, играть? Сноровкость. То есть все, что я играл, это тупо на трех турнирах. Хотя на втором турнире я сразу вылетел. От удава как раз. Ну на что? На первом ты тоже вышел в финал. Почти победил. На первом турнире я Бору проебал, да. Участвуем в наших турнирах, заходим, регаемся, донатим.
Подписываемся. Следим за новостями. Булат 777 еще был нормальный игрок. Почему был нормальный игрок? Он и сейчас нормальный. Ну, конечно, ему Булату надо еще, конечно, тренироваться, и будет нормальный игрок. Всем ну, спасибо. Булат просто, что он очень маленький еще, 15 лет, нихуя себе. Да. Он Дэнси даже ни разу не играл. Будем ждать еще турниров. Да, всем спасибо, всем респект.